так много слов. Неужели никто не собрал нужников, чтоб спасти мировой? Действий так много бунт. Неужели нету вариантов помочь и спасти мировой? Музыка только в моно, омут холодный, глубокий, темный. Тонны томов, фолианты, скорби. Хватай детей скорее в погреб. Конные войны, колонны подвы. Хищные взгляды набухших копий. Черные дыры разбитых окон. Голые полки, пустые ведра. Рваные шторы, осколки стекол. Копот пожара на ребрах дома. Вороны смотрят, как прячут в торбу чью-то икону, заляпав кровью. Кроны деревьев бьет крупной дрожью. Клен пожил вдоволь, он должен помнить те же симптомы, тревожный шепот, протяжный голос из дальних комнат. Действий так много слов. Неужели никто не собрал нужников, чтоб спасти мировой? Действий так много будет. Неужели нету вариантов помочь и спасти мировой? Кто-то чужой шурудит в прихожей. Сердце стучит, как копытом лошадь. Сторож затих, убежала кошка. Скрип половиц, покатился ковшик. Сложно сдержаться, дышать в полмощи. Ствол заряжен, направлен в прорезь. Затхлый воздух, хозяйский окрик. Гость уходит, но память гонит. Кадры хронит, как волчью свору. Страшный опыт, тяжелый, горький. Горло комом, по венам тромбом. Все, что хочешь, малых не трогай. Пыльный подпол, глухие вопли. Поиск хлеба, картошки, водки, плоти. Эхо на дне колодца хранит голос, как плод утроба. Действий так много слов. Неужели никто не собрал нужников, чтоб спасти мировой? Действий так много будет. Неужели нету вариантов помочь и спасти мировой? Я иду по своему городу. Я смотрю на людей. Кого-то я знаю, кого-то я не знаю. Я пытаюсь ответить себе на вопрос, что вы чувствуете, люди. Вы понимаете, что происходит?